Здравствуйте всем, привет всем, ребята. Сегодня 2021 год, 25 марта, сегодня весна, на улице так тепло, так свежо, так хорошо, так ароматно. И сегодня мы с мамой будем обедать в ограде индюшачьей, жареной ногой с красным перцем. Перцем потерто, это просто вообще огонь. А время сейчас скажу. Или даже мы ужинать будем. Так, время сейчас. 7 час. Так, 18 часов 34 минуты. 18 часов 34 минуты, 34 минуты 7-го, без 20, да, 1, 18 часов, ну, вы видите, короче, вот, ребятки, вот эта индюшачья нога, и мы в ограде ее едим, потому что так свежо, так хорошо, так ароматно. Ну, в ограде, получается, обдует шкурка. Ну, это не шкурка, мам, это жир. Нет, это шкурка, просто это она не жарилась, а так это шкурка, выбрать себе. Это, нет, это не жир, это шкурка. Сверху жира точно? Не бывает. Точно, 100% шкурка. Сверху, не верится. Сверху жира, просто шкурка, я ее не зажарила. А-а-а. А когда вареная шкурка, она такая квашеная есть. Угу. Зачем мне тебя обманывать? Вот она видом шкурка. Тут жира вообще нету. В индюке жира нету. Он видом как говядина, как свинина. Смотри, темный. Угу. Да? Угу. Он вообще не жирный. Это брось, это там жила. Ну там не жира. Держи. Тут эта ножка была полкилограмма, ребята. Да, она нравилась. Больше, чем полкило было. Вот викинги такие едят. Да? Да. Ну там не поросячьи. Нет, ну они вот так берут прям поросячью ногу и едят. Поросячьи, это поросячьи. Ловят этих диких кабанов. Кабанов? Да. Дикие кабаны, дикие свиньи. Ну и там большие ноги. Побольше, конечно. Вот это нормально, да? Нет, каждый жуй, это замечательно. Хоть хочешь. Мяконькая. Да, вообще жира почти нету. А тут нету жира, сынок. Нет. Я делала. Тут косточка вот какая-то в ней вылезла, вот, смотри. А так-то нету жира, да. А так нету жира. И не было. На вот этот еще влепи, а я тебе потом утру вот этой салфеткой. Вкусно же. Угу. Чтобы перцем посыпал, да? Или облил бы этим. Табаско. Табаско. Принести табаско? М? Табаско принести. Да нет. Табаско еще, оно измажется все. Надо табаско поливать у меня кусочками. Это дома, ну. Отрезать и поливать кусочками. Я думала в духовке пожарить. А в духовке, думаю, она не прожарится. Ну, говорила, потом пожарила. Вообще мягко. У меня надо на 2-3 раза, наверное. До вечера доешь, да? Вечером доешь. Супом. А чем мочить? Макать? Почему? Закусывать? Или макать? Нет, зачем? Суп он прихлёбывает. Суп вкусный. Побольше перчику и будет толстенький. Да? Угу. С курицей суп. Может и Катя поесть. Может с курицей. С курицей суп. Я не ем супа. Почему? Не люблю. Суп само только борщ со сметаной, это классика. Ну это рассольник со сметаной можно. Почему-то везде звучит борщ. Ну, я не стала борщ, вот я рассольника говорила со сметанкой. Добавить туда перчика и вообще огонь будет, вкусняшка. Ага. Да? Ну, мне нравится, ребят, вот реально мне нравится. Это просто огонь. Много не наливать, а под ним немножко похлебать. Хлебушка. Хлеб вкусный. Тоже сегодня пойдем с самого хлеба. Все говорят, ты не осилишь эту ногу.
Главное, осилил, но мне же надо еще ТикТок, мам. О, Кай, помоги мне, сними меня в ТикТок. Сейчас, подожди. На свой телефон. Сейчас. Тогда я смогу и на Ютубе поесть ногу, и в ТикТоке доесть. Ну, там обрежется, наверное, через WhatsApp когда. Перекидывай. Тогда... Ну, давай я на свой сниму тебе в ТикТок. Тогда, Катя, заходи за айфоном. Там даже можно на порог встать. Давай на свой сниму. А там перекидывай, обрежется. Там не надо тебе будки снимать. Там в комнату даже заходить почти не надо. На порог встал. Давайте выйдем в руку, а? Через свой сниму. И перекидай через WhatsApp вот одно и то же. Да скажи та, пару слов. Вон та болтается, сына, с той стороны. Вот это, кто? Вот это болтается. Вкусно, вкусно, ребятка. Вот. А там ветер в дом будет или что? Да, так. Нормально, ветер в дом будет. Ничего страшного. Ну, да. Сейчас уже не мороз. Даже не на этот час. Ну так, ребятки, надо и в ТикТок снимать. Давай и я буду держать ТикТок. Давай я подержу ТикТок. Какой держать ТикТок? ТикТок зачем держать? Зачем? Ты можешь просто время показать со своего телефона. Вот так, ребятки. Просто экран большой включить. Здравствуйте всем, привет всем подписчикам ТикТока. Сегодня 2021 год, 25 марта. Сегодня весна, и на улице так хорошо, так свежо, так тепло, так приятно. Потому что уже весна, конечно, уже март, и очень тепло. Мы живем в республике Хакасия, в городе Черногорке, в Сибири, в России, на 9-м поселке. Вот. И сейчас время 18 часов 45 минут, 45 минут 7 вечера, без 25 минут, 7, без 15. Вот, я сегодня в ограде на свежем воздухе ем индюшачью жареную ногу. Я ее, конечно, ел. Она очень большая. Сколько килограмм было? Полкило. Ну, по-моему, побольше было, чем полкило. Косточки? Ну, там индюшатины, да. Вот что там. Косточки попадаются. Это индюшатина, видишь, вот болтается эта хвостик. А когда уварилась она, ну, наверное, грамм 300 стало. 300? Да? 200 грамм упарывается. Ой, я не знаю, я не вешала. Надо было взвешать, там батарейки закончились. Где батарейка? Ну, где в весах. Мы же вытащили батарейку. Давление выставили. Так что, ребятки, желаю вам приятного аппетита. Желаю вам хорошего дня, удачного вечера, великолепного безупречного времяпровождения. Балдежа, счастья, радости, удачи. Вкусно? Как раньше в древности брали, кажется, за здоровье. Да, все. Да, в древние люди. Пожарят, оторвут кусок вот такой и едят. Это просто голень, это не вся задняя ножка, это голень одна. Ну так, обдели бумажку. Вот. Ну, сейчас упаковали, да? Просят, сделай в ограде, да? Да. И ставят. Победа в ограде. Я сегодня обедал в ограде. Всем пока. Вкусно.
Вот так, ребятки, снимается флипсок. Ну, многие знаете, как снимается. Мы поели и пошли. Даешь нож? Ну, куда я буду доедать? Она очень большая, ребятки. Ну, беру я. Прибирай. Вечером даешь, да? Угу. Так что, да? Это у меня дела. Мы культурно. Культурно побриты, чисто помыты. Чисто помыты, культурно побриты. Всем пока. Ну что, нужно вытерся, да? Угу. Я вытерся. Чисто. Чисто. Всем пока. Всем удачи. О, летит он. Кстати, смотри шире, Кать. Увеличение. Хочешь посмотреть его в упор? Давай. Смотри. Нифига. Да. Смотри. Я вижу крыло. Вот, посмотри у меня. Вон он, смотри. Ты такое не увидишь. Ты такое не увидишь никогда. Вот смотри в кадр. В кадр смотри. Ого. Ого. Пошли, а я про что и говорю? Да, пошли. Я вот, вот это увеличение. И, кстати, видно даже крылья, да, Кать? Видно даже крылья, вот в чем прикол. Так, где он? Вот, смотри. Так, где он? Вот она, да, смотри. Ну, тебя даже... Огни, огни даже видно. Угу. Новой кофтой пахнет, курткой.